Привет всем, сейчас расскажу про датчик ЭБУ, охлаждающей жидкости. В итоге он очень много на что влияет. Допустим, машина не едет, не тянет, или же жрет очень много. В итоге, если он выходит из строя, находится вот он где. Отцепляются фишки вот так. Симптомы такие, то что как бы за жопу тянут. Это если он заклинил в каком-то положении, или минусе, или в плюсе, мозги срабатывают в таком плане, что думают, как будто на улице или холодно, или жарко. Вот. Или дает дросселю, инжектору, больше топлива, чтобы поступало в камеру сгорания, или же меньше. Вот. Из-за этого или жрет, или же не едет машина, или богатая смесь, или же небогатая, как говорится, обогащенная. Вот. Датчик вот такой в коробке. Новенький. Я уже его доставал. Вот он. Колечко я потерял. Сейчас буду снимать со старого, ставить. Вот. Ставить надо на герметик. Я уже разбирал, ставил, вот так вот потерял колечко, вот пока на герметик поставил, потому что до этого поставил, подтекает, очень сильно подтекает. Так что герметик обязательно ставьте, ребята. Вот, дальше что по этому датчику? В следующий раз, в следующем видео, попробую его разобрать и посмотреть, что внутри находится в этом датчике. Мне уже интересно, и думаю, и вам тоже будет интересно. Так, а так, в принципе, все находится он здесь. А, рядом датчик, вот он. Это датчик приборной доски. Вот. Ну и все, ребят. Кому понравилось, ставьте лайки. Кому нет, дизлайки. Подписывайтесь на канал. Все, удачи, всем пока.